Я приветствую всех на своем канале. Сегодня мы будем готовить укропный соус. Берем чистую обсушенную зелень укропа 400 грамм. Разрезаем на крупные кусочки и отправляем в чашу блендера. Перед тем, как добавлять укроп в чашу, мы добавим оливкового масла или же нерафинированного подсолнечного масла 40 грамм. Это 4 столовые ложки для эластичности, чтобы укроп хорошо крутился в чаше. Укроп весь в чашу не умещается, поэтому мы его прокручиваем частями. Несколько оборотов сделаем и еще добавляем укроп. Кладем соль. Обратите внимание, приправа должна быть солоноватой, но не пресной. Кладем чеснок, порезанный на кубики. Разрезаем лимон на две части и выжимаем сок, тоже в чашу с зеленью. Где-то примерно 2 столовые ложки лимонного сока. Можно добавлять цедру лимона, которую натереть на мелкой терке сразу же в чашу с укропом. Но будьте внимательны, чтобы не попала белая прослойка с лимона. Она не должна попасть в укроп, иначе соус будет горчить. Вот такая получается у нас масса, которую мы будем раскладывать по чистым сухим баночкам. Я взяла баночки от детского питания. Перед тем, как закрывать крышки и отправлять на хранение в холодильник, нужно обязательно крышку намазать горчицей или же сухим порошком посыпать. Никогда не заплеснет ваш укропный соус. Закрываем крышками и отправляем на хранение в холодильник. Приготовьте такой укропный соус, и вы не пожалеете о том, что сделали. А если добавите майонез в этот укропный соус, он получается красивый и очень-очень ароматный. Можно заправлять любые салаты и делать намазку на хлеб. Соус можно добавлять как в супы, маринад для мяса, так и просто смешивать с майонезом, кетчупом и различными соусами. Приготовьте такой укропный соус, и вы не пожалеете.